Для таких личностей целью жизни становится борьба за справедливость и благополучие. Увлечения чаще всего простираются в творческой сфере, так как обладатели буквы «В» в этом имени не склонны к подъемам по карьерной лестнице. Может быть и великодушным сопереживающим человеком, филантропом, стремящимся подняться на высший духовный уровень. В этом имени звук «В» не создает неприятных ассоциаций и универсален в плане сочетания с другими звуками. По существу носители этой вибрации люди необычайно впечатлительные, тонко чувствующие, нуждающиеся в любви и понимании. Но они слишком робки и уязвимы. И несмотря на свое природное красноречие и умение выражать свои мысли, они оказываются совершенно беспомощными, когда дело касается проявления собственных чувств. В большинстве своем имеют особый мистический дар, позволяющий им читать судьбу других людей, события и даты. Человек с буквой «У» в имени аккуратен и педантичен, расчетлив и бережлив. Главные качества личности – богатый внутренний мир, стремление к знаниям, основательность, любопытство и мечтательность. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Звук «В» в этом имени связывает с коммуникабельностью и способностью к творчеству. Будучи внутренне очень мобильными, эти люди становятся прекрасными коммивояжерами, журналистами, водителями-дальнобойщиками. Буква «А» в этом имени несет символ первооткрывателя. Представители этого имени не жалеют средств на благотворительность, будучи в глубине души альтруистами. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Эти люди могли бы без труда достичь успеха и накопить состояние, занимаясь бизнесом, но такого рода карьера не принесет им удовлетворения, поскольку их важной целью и всепоглощающей внутренней потребностью является поиск истины и совершенствование своего «я». Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.